сейчас я готовлю каждый из вас маленький сюрприз. В конверт я вкладываю денежную купюру. Теперь вы просто обречены на заработок денег в 2017 году в команде номер один. Такую купюру я вкладываю в каждый конверт. Она пропитана ароматом денег. И плюс для каждой из вас в конвертике еще личный сюрпризик. Его я показывать не буду. Вот сейчас я доклею оставшиеся конверты, а потом еду на почту отправлять письмо тебе. Дорогие партнеры компании Армель, команды Number One. Близится самый светлый, самый долгожданный праздник, который любят одинаковые взрослые и дети. Это Новый год. В Новый год мы всегда загадываем желания. В Новый год мы верим все в самое лучшее, светлое, строим какие-то новые мечты, планы, цели, верим в чудеса. И мне хотелось бы быть рядом с каждой из вас, потому что сетевой бизнес – это тоже бизнес отношений. И на то, как мы дружны, как мы единая команда, да, зависит наш успех. Но так как большинство из вас находится очень далеко от меня, я решила придумать вам небольшие сюрпризики. Вы их получите по почте. Эти письма получат люди из моей первой линии, ключевые партнеры, которые по моей просьбе написали мне почтовые адреса. Для тех, кто не написал, будет повод реагировать побыстрее, да? В следующий раз будут еще праздники, не переживайте. Но помните, всегда я говорю про активную жизненную позицию. Кто первый, тот всегда на коне, скажем так. В этих письмах небольшие сюрпризики, которые ждут вас. Я очень надеюсь, что, получив частичку меня, вложенную в этот конверт, в 2017 году нас точно ждет всеобщий успех, всеобщее процветание. И уверена, что сбудутся все самые-самые заветные ваши мечты, которые вы загадаете в Новый год. Ну и было бы здорово, конечно, если бы эти все письма дошли до 31 числа. И 31 числа под бой курантов открыли это письмо, и мысленно мы с вами бы встретились. Всех с наступающим Новым годом! С вами была Олеся Селезнева. С Новым годом!